Есть дома многоэтажные на листе, дома бумажные, есть дома, в которых люди проживают много лет. Не хотите, не хотите ли, есть казармы и вытрезвители, есть аптеки и есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый, самый главный родильный дом. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные дворцы, в которых пусто, пусто. И отели, где уютно есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение, помещение для капусты, для капусты. Но детей, но детей там не дают никому. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Всю жизнь называют Лерой или Олегом, или Петром. И потому в жизни самый первый, самый главный